Простите, или он здесь живет? Нет. Давно уж не видали. Проваливайте. Его опять арестовали? Да, вроде бы нет. Его бы многие в тюрьму упрятали. Блуд каких свет не видел. Но он мне нужен. Вчера он ушел на мельницу. С тех пор не видела. Найдете? Вы от Марго. Спасибо. Прошу. Пусть вернется. Только попробуйте! И ты покойник! Не убежай! Прямо здесь. Это какая-то модная новая гимнастика? Надо его заковать. В тоннелях, похоже, кто-то... Thank you.
это твое. Эй! Эта дрянь не стоит нашей крови! Когда найдем дверь, будем купаться в деньгах! А ну за дела! Он двоих наших убил. Убери меч! Минуточку. Прощайся, а ну вернись! Все равно срублю. Домой! Не скроешься! Ты мой! Я тебе язык отрежу! Надо было тревожить сон королей. Только не говори, что берешь эти байки про призрака. Я видел одного внизу, поздно ночью. А сколько ты тогда выпил, интересно? Да красный. Вода! Ах!
Видал дворянина, а? Слыхал, как они говорят? Прям небожители какие. Прям вот как будто гадят золотыми слитками, да в золотые горшки. И что? Кровушка-то голубая из их шей. Буквально всю Францию залила. И вот, теперь даже родившийся на самом дне ада может подняться на вершину Олимпа. Отпусти меня, гад! Этого ты хочешь, малыш? Подняться? Да, я вижу. Тщеславие. Мы похожи. Роуз. Командир Бонапарт. Есть о чем доложить? Лишь об этом. Найди дверь, к которой подойдет ключ, и награда превзойдет любые твои ожидания. А что за этой дверью-то? А это наш малыш-нарушитель. Это кто тут еще малыш? Да я чуть ли не выше, тихо, чем... Поучился бы дипломатии. Роуз, полагаю, ты сопроводишь юношу наверх? Конечно, командир. Что? Нет! Пустите меня! Давай! Он еще ребенок, а у меня свои дети! Призраки королей! Да уж, вот и застал врасплох. Голову вернись! Оторву! Изыди, нечисть! Никакой я не призрак. Меня прислала Марго. Мадам Марго? Ты хочешь сбить меня с толку? Здесь чужой! Эй, подождите! Ого! Ну что, сбит с толку? Живее, надо спрятаться! Не так быстро. Мне нужен один манускрипт. Он был в склепе под Сен-Дени. Он у меня, в моей крепости. Заберем его позже. Ну ты даешь. Прям лучший боец, что я видел. Не преувеличивай. Где учился? В Париже. Ух ты! А я за домом тренировался. Да только особо не с кем. Все борцы за свободу в Париже, как и ты. А твоя мать? Мадам Марго? Она мне не мать. Мама из Морисков. Она вернулась в Испанию, а меня пока оставила в приюте. Спокойно. И родители вернутся. Сюда, пошли. А пока надо бы оружие достать. Это предоставь специалисту. Где ты это взял? Украл его вчера у двух мародеров. Спрятал тут. Отличная вещь. Ага, еще бы. Я знаю, что делаю. И что же? Спасаю Францию. А раз уж ты тут, дело должно пойти быстрее. Слушай. Что? Сначала нужно достать манускрипт. Мы должны защитить его от врагов Франции. А, ясно. Надо вылезти наверх.
Неплохо. Смотри, не зазнайся. А ну, стой на месте! Ух ты! Лучше, чем в байках про героев. Это потому, что байки врут. Это вроде бы. Никто важный нами не интересовался? Ходят слухи, что маркиз де Сад задает много вопросов. Не верьте слухам. Он разорен и в тюрьме. Зачем нанимать такого мерзавца, как Роуз? Ему нет дела до наших целей. Я бы на вашем месте не марал руки. Что нужно крысе? Еда, разумеется. Вы апеллируете лишь к их эгоизму. Но вы просчитались. Ваши люди мертвы. Я знаю. Натуру людей, все их страхи и страсти. Роуз негодяй? Несомненно. Но я, Наполеон, направлю его и использую во благо Франции. Толпа откажется от свободы,
если каждый будет рассчитывать забраться наверх. Артефакт в этом храме даст им иллюзию надежды. И нас ждет слава. Остановим его, спасем народ Франции. Так мы только отсрочим неизбежное. Ты что, струсил? Тебя попросту убьют, и какой в этом прок? Ну что, не хочешь, да? Тогда я сам! Стой! Леон! А ну вернись! Где же ты? Thank you.
Арно, привет. Как ты? Отдай мне манускрипт. Зачем? Он тут вовсе ни при чем, разве нет? Я уезжаю, а это пропуск. А как же будущее? А как же свободная Франция? Пора повзрослеть. Забудь Францию. Ты сам по себе. Как случилось, что ты стал таким гадом? Тебе их не спасти. Они уже не вернутся. Ты такой же, как они.